Я вижу, все готово. Точно. Как только они покажутся, перережем им путь, хоть бы они целый отряд вызвали. Знаешь, я вообще думаю, хороший это план. И охотно тебе помогу. И не то, чтобы мне не хотелось намолотить этих долбочестивцев хоть сколько-то. Просто я не понимаю, почему, раз уж у нас был Доплер, мы ему не велели просто освободить Лютика. План с засадой проще. Сам Менге собирался отправить Лютика в Оксенфурт. Дуду просто отдаст приказ, которого все так и ждут от Менге. Освобождение Лютика пришлось бы как-то объяснять, это бы вызвало подозрение. Ну, может, ты и прав. Присцилла? Что ты здесь делаешь? Какой-то мальчишка принес записку от Дуду. Конвой отправится на рассвете. Можно я останусь с вами? Я не могу дома сидеть. Я так за Лютика беспокоюсь. Не боись, отобьем твоего хахаля. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался... Ох, сука, я бы в рифму сказал, Геральт. Да предам ей не положено. Возвращайся в город. Пожалуйста, я же не буду вам мешать. Ох, Геральт, оставь ты ее в покое. Уступи ей. Видишь, как она смотрит. Как мой Бобик, когда у него был заворот кишок. Ладно, пусть остается. Но при одном условии. Да, знаю. Когда начнется бой, буду держаться подальше. Пока еще ничего не началось. Мы тут еще долго можем сидеть, дождать. Тогда сыграем в гвинт? У меня что-то нет настроения. Но вы играйте. Ну хорошо. Основы ты знаешь. Так что теперь будем играть по-серьезному. Едут! Едут! Вот они! Присцилла, оставайся здесь. Или туда. Сразу я его потерял. Придется поискать следы. Отпечатки четкие. Конь был тяжело нагружен. Спокойно, плотва.
Это просто пчелы. Следы копыт. Да дайте же вы мне все отдых успокою. Проезжал здесь кто-нибудь? Двое мужчин, один перекинут через седло. Да, кажись, мелькало что-то такое. Туда, налево отправился. Только я бы голову на отсечение дал, что он бабу вез. Потому как такой виск и вопли. Но! Или тоже за порядочную работу не возьмется, а все крутится, как вонь в портках. Кажется, конь захромал. Конь пал, они не могли уйти далеко. Если Пиндоль снова нажрался и растрепал кому-нибудь про... В чем дело? Это я тебя спрашиваю, в чем дело? Какой-то охотник вломился к нам в хату и выставил нас за дверь. Мы и пернуть не успели. Был с ним другой мужчина, такой чернявый? Ну, был. Болтал без умолку. Точно, Лютик. Охотник завалил дверь изнутри? Есть какой-нибудь другой вход? Вроде есть. Вы вообще от этого охотника хотите избавиться? Правду сказать, так мы хотим от всех от вас избавиться. Ну да ладно. Вот тебе ключ. Спасибо. Садись сюда. Сюда, говорю. И молчи. Ясно, ясно. А что дальше? Сколько ты собираешься держать меня в этой хате? Какие у меня гарантии, что ты меня не обманешь? Я пойду туда вместе с тобой. У меня же нет выбора, правда? И без всяких штучек по дороге. Ты же знаешь, я в любой момент могу тебе башку свернуть, как цыпленка. А еще я знаю, что ты этого не сделаешь. За мой труп тебе не заплатят. А за живого, как я и говорил, то слишком золото. И принял очень мудрое решение. Я тебе больше скажу. Сегодня ты сержант, а завтра... Тихо! Я что-то слышал. Что? Нет, нет, только не кляп! Геральт, обязательно надо все испортить. Как раз, когда я разработал... Как я рад тебя видеть. Давно тебя не было в Новиграде. А что... Пойдем поговорим снаружи. Присцилла! Что ты здесь делаешь? Ты цел? Я за тебя волновалась.
Лютик, балабол ты наш. Мы отправились за вами, а то эта твоя девушка всех так пилила, так пилила. А, жалко, вы не видели, как мы уделали этого охотника. Я хотел это сделать совсем иначе, но... Геральт... Лютик, я хочу тебя кое о чем спросить. Это важно, поэтому сосредоточься. Где Цири? Цири? Я думал, раз уж ты здесь, а вы не встретились? Я не знаю, где она. Я знаю, что ты пытался ей помочь. Я одного не могу понять, зачем ты обратился к ублюдку-младшему. Будь у меня больше времени, я бы решил это как-нибудь иначе. Но Цири говорила, что за ней гонится дикая охота. В сравнении с этим, ублюдок казался мне совсем не опасным. Но что-то пошло не так. О, значит, ты уже обо всем слышал. Я надеюсь, ты не очень злишься? Мой план казался замечательным, покуда мы не начали воплощать его в жизнь. Откуда я мог знать, что Менге охотится на Дуду? Наслышан я о твоем плане, а теперь я хочу знать, что случилось с Цири. Когда ты видел ее в последний раз? Мы были на Храмовом острове, убегали от людей-ублюдка. Дело.
придется бросить коней. Уже недалеко. На площадь! За ними! Стража! Стража! Люди! Зараза! Арестовать! Ха! Какое приключение! Сначала мы проворачиваем ограбление века, потом спасаемся от охотников. Замечательная история, но хватит с меня этих похвастушек. Пойдем, Золтан. Надо убедить низушков, что они абсолютно ничего не видели. Материала на целый том баллад хватит. И тираж весь разойдется, как свежие булки. А лучшим будет кусок, как стражник перекинул тебя поперек седла, как мешок картошки. Ты заработаешь целое состояние. Еще посмотрим. Похоже, к старости ты становишься все сварливее. Я просто беспокоюсь. О ком? О Цири? Геральт, верь в нее. Ты хоть представляешь, как она дерется? Девочка сумеет о себе позаботиться, уверяю тебя. В любом случае, ей придется вернуться за коробочкой. С нее же все началось. Ты об этом? О, ты забрал ее, ублюдка? Вот Цири обрадуется. Только ублюдок, должно быть, здорово разозлился. Я боюсь, в этом вопросе ничего не изменилось, так что лучше не переходи ему дорогу. Жалко. Раз уж ты все равно занимался своими делами, мог бы шепнуть ему за меня словечко. Сказал бы, что я и не думал его обманывать, и что, если он хоть волос на моей голове тронет, ему придется иметь дело с тобой. Нет, но в следующий раз непременно скажу. Спасибо. Приключения — это прекрасно. Но, знаешь ли, ужасно сложно писать, если у тебя переломаны пальцы. Впрочем, думаю, пальцами ублюдок не ограничится. А Сигероевен, что с ним? У него все хорошо. А это жаль. У меня такое ощущение, что он ужасно на меня зол. Цири говорила, что это? И зачем она отправилась с этой штукой к ублюдку? Она пошла к ублюдку, потому что я ее туда отвел. Я мог бы догадаться, что это был твой план. А что? У нее сломалась магическая штуковина, а у ублюдка был доступ к чародеям, которые могли ее починить. Кроме того, ей надо было разобраться со словами проклятия. Далось Цири это проклятие. Она вообще не хотела о нем говорить, а я не настаивал. Ровно в тот единственный раз, когда это было нужно. Но я почти уверен, что она собиралась его снять. С кого? Или ее саму прокляли? Нет, не думаю. Но она ужасно торопилась. Знаешь еще что-нибудь о проклятии? Какие-то детали, подробности? Ну, я знаю текст. Ты шутишь? Нет, проклятие было по-эльски, и Цири постоянно повторяла его, чтобы не забыть. Звучало оно так. «Вафайль эляйне кайдмиль фолье». Гладив дорны айптенайт, бундроитне и яхус. Проклятие, связанное с уродством. Очаровательные геммы.
Нет, одного уродливого карлика. А теперь он в замке у бар... А, вы с ней так похожи. Никогда не понимаю, о чем вы говорите. Цири о нем упоминала? Нет, ни про каких уродцев она не говорит. Она вообще мало говорила. Геральт, она уже не та девчонка, которая носилась по Каэр Морхену. Да, она по-прежнему живая и порывистая, но она еще упряма и молчалива, как ты. Точно. Она снова ускользнула. Я был так близко. Она приехала сюда из Велена. Там ей, как я понял, помогли. Может, она вернулась обратно? Возможно. Если проклятие имеет какое-то отношение к Куме, надо забрать его у барона. Ума, этот уродец? Что ты собрался с ним делать? Для начала снять проклятие. Возможно, мне помогут в Каэр Морхене. А потом, кто знает. Кончайте трепаться. Теперь моя очередь говорить с Лютиком. Ну, тогда я следующий в очереди. Идемте-ка обратно, в Шалфей и Розмарин. Ну, на сегодня с меня приключений достаточно. Думаю, я вполне заслужил миску жаркого и мягкую кровать. Мы 100 лет не виделись. Может, заглянешь, когда будешь поблизости? Конечно. Думаю, мы увидимся довольно скоро. Ловлю тебя на слове. До свидания. И еще раз спасибо за помощь.